25 дней без лекарства. Именно столько ждет препарат, необходимый для поддержания жизни, Любовь Николаева. Женщина страдает редким заболеванием пароксизмальной ночной гемоглобинурии. Препарат «Солирис», стоимость годового курса которого 24 миллиона рублей на одного пациента, специалисты Департамента здравоохранения не закупили, предложив больным отправиться на коррекцию диагнозов в клинику Санкт-Петербурга. Состояние пациентки Николаевой без препарата ухудшилось. Ее госпитализировали в ОКБ с гемолитическим кризом. 30 числа я ходила, записывалась на личный прием к губернатору. Не сам губернатор меня принял, а его заместитель. И присутствовал также при этом разговоре представляющий интересы департамента здравоохранения Монохина Ирина Ивановна. И вот сказали, что сейчас стараются найти деньги, но лекарство будет не раньше, чем август. Насколько я знаю, второй девушке у нас по жизненным показаниям препарат закупили. Сколько флаконов и каплин, не могу сказать, не знаю. Вот она 2 недели назад у нас поступила в больницу, у нее ухудшение было состояние. И вот ей с завтрашнего дня начнут лечение солиста. Неравнодушные к проблеме горожане открыли срочный сбор средств на препарат. Реквизиты счета вы видите на экране. Для закупки 3 флаконов нужно 1 200 000 рублей. Уже собрано 1/4 суммы.